самая удачная из всех русских тяжелых космических ракет – ракета-носитель «Протон». За 25 лет работы «Протон» вывел в космос уже около 200 объектов. Но до сих пор знающие люди восхищаются возможностями этой машины. При полном весе 670 тонн «Протон» способен доставить на околоземную орбиту космический аппарат массой в 21 тонну, а на геостационарную орбиту 2,2 тонны. «Протон» — самая надежная в мире ракета. По последним 100 пускам показатель надежности — 0,97. Именно с помощью «Протона» осуществлены все большие советские космические программы. Только этой ракете доверялась доставка на орбиту огромной станции «Мир» и всех модулей. Без «Протона» была бы невозможна советская программа исследования дальнего космоса. Многие из проектов осуществлялись совместно с зарубежными партнерами. Использование нашей ракеты «Протон» на коммерческой основе – ваш шанс выгодного вложения денег в космические программы.